Всем привет! В сегодняшнем видеоролике я вам покажу новое обновление, которое выйдет 13 числа. Сейчас на экране вы можете увидеть новый скин. Опять же, новый скин для ховерборда. Интересно, будет он продаваться за гемы, либо же за робуксы. Но это, в принципе, мы все с вами узнаем. Скоро, было бы отлично, если бы он продавался за гемы. Также, помимо ховерборда, еще добавят новых питомцев. Сейчас вы видите 4 новых пэта. И это еще не все. Даже побольше. Все, в принципе, питомцы сделаны в космическом стиле. Довольно прикольно, качественно. Давайте идем дальше. Вот этот питомец, как я понимаю, будет у нас мификом. Потому что он довольно неплохо выглядит. И подходит для мифика. А также вот новый питомец такой. Довольно много глаз у него. Космический. Это тоже типа аксолотль. Довольно неплохо сделан. Вот здесь еще 3 новых питомца. Эти, получается, будут у нас одинаковые, только будет у них отличаться цвет. И последние 2 новых питомца. Это пришельцы. Тоже довольно прикольно выглядят. И будем надеяться, что все-таки появится в обновлении у нас 2 новых яйца. Потому что пэтов где-то 10 штук новых появилось. А 10 штук в одно яйцо пихать, как-то не очень. И таких у нас яиц с 10 пэтами еще не было. Так, с пэтами, в принципе, и ховерборном уже все. Давайте посмотрим новости, которые разработчик опубликовал. Как я понимаю, появился новый аукцион. Вот на этого Huge Pegasus. И вы можете поставить на него ставку. И чья ставка будет больше всего, тот и заберет этого питомца. Давайте перейдем на сайт. Здесь всего 12 этих эксклюзивных питомцев. Получается обычная версия, Gold версия и радужная версия. А покупать можно их за эфиры. И также вроде бы еще за другую какую-то валюту. Давайте посмотрим. Почему-то не хочет показывать. В основном все ставят эфир. Вы представляете, вот такой обычный питомец, Huge Pegasus, ставку поставили $116. В принципе, очень много и очень дорого. А прошлые питомцы, которые Huge Cat были, сначала они продавались за $50, потом сделали вторую партию, она уже стоила $70, а эти, естественно, у нас стоят еще дороже. Хотя вот, в принципе, за $56 можно ставку перебить и поставить, допустим, 60. И выйдет, в принципе, довольно неплохо. Как я понимаю, больше 12 штук их не будет. Прям это будет очень лютый эксклюзив. То есть, тех Huge котов где-то у нас около 1000, может поменьше. А этих всего лишь 12 штук. То есть, всего лишь 12 в мире их будет. Давайте посмотрим цену на золотого. 167. Смотрите, в принципе, переплачивать смысла нету, если вы соберетесь его покупать. А, как я понимаю, золотая и радужная версия от обычной ничем не отличаются. Просто это валюта их. И все. А получается, по энчантам они будут одинаковые. Смысл переплачивать я вообще не вижу. Радужный питомец у нас, Huge Pegasus, $540. Как по мне, это очень много. Прям пипец как много. Не знаю, кто за такую цену будет покупать. Как видите, 4 человека ставят довольно большие деньги на покупку этого радужного питомца. В принципе, у меня на этом все. Ждем новое обновление, которое будет 13 числа. Посмотрим, что как добавит, что у нас будет. А на этом я буду постепенно заканчивать. С вами, как всегда, был Лейсбан. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи и пока.